избегание вот этих ситуаций, при которых у вас формируется вот этот пугающий вас образ, является положительным подкреплением, которое закрепляет вашу стратегию избегания, как со всеми невротическими страхами. Ну, как с этим бороться? Ну, прежде всего, у нас есть инструменты, которые позволяют, что мы проходим на курсе шаг за шагом, они позволяют справиться с самим нервно-психическим напряжением за счет работы с соответствующими элементами этого дела, да, мышечным напряжением, с характером вегетативной функции, то есть это дыхание, это переключение во внешнее. А второе, это вы должны осознать свои вот эти когнитивные механизмы, которые вас накручивают, и бороться. Вот у вас есть отрицательный прогноз, что, значит, вот случится такая катастрофа. Вы что должны сделать? Вы должны от прогноза перейти к планированию. Если вы собираетесь знакомиться с девушкой, да при этом думаете, сколько у вас, что случится с вашими ногами, потом и, так, и лицом, то вы вряд ли сможете поддержать нормальный разговор. Если она вам скажет, что вы полный дебил, она в целом, ну, как бы, будет не очень далека от истины. Потому что если вы собрались ее обвораживать, вам нужно самому быть павлин-мавлином.